у Евгения Додолева гостья, которая написала целую книгу о великом советском режиссере. Марианна Ростоцкая у нас в студии. Мне Ростоцкий как-то, значит, рассказал про эти потайные ящички. И пока издание еще только готовится в печать, у вас есть эксклюзивная возможность пролистать ее главы вместе с автором. Считает, смотри, что он ладил с властью. Смотришь и думаешь, как он решился вообще в 55-м году такие жесткие вещи говорить. А «Зори здесь тихие», ведь там тоже положили фильм на полку. Он считал, что это тяжелейшая трагедия, последствия которой будут страшные. «Золотая рыбка» Марианна Ростоцкая. Премьера. Он сказал, что это будет у него домик рыбака, что теперь вообще он абсолютно счастлив, ему больше ничего не надо. Смотрите в пятницу в час ночи на телеканале «Москва. Доверие».